Приехали. Ой. Приехали в шопинг-центр недалеко от дома, чтобы купить Алиске посудку. Сегодняшняя серия не о путешествии. Вот он. Бытовуха Австралии. Waverly Gardens. Это наш любимый таргет, в котором хоть все очень дешево. Такой дешевый очень китайский магазин по китайского качества, в общем, всякая хрень. По 2, по 3 доллара. От 22 долларов. Без ножек, что-то. Вот по скидке 9. Вот, кстати, в Австралии такой прикол, что у них ползунков, например, нету вообще. Мы не видели. Вот все вот такие без ножек. А вот, кстати, школьная форма. Вот в такой форме девочки ходят в школу. Здесь форма в Австралии. Во всей школе одинаково, никто не наряжается в что хочет. 3-6 месяцев, потому что 6-12, они что-то совсем огромные. Вот за 8 долларов есть, за 8-10. О, бутылочками молочка. Это размеры такие для людей покрупнее. 4XL, 25 долларов. Прям просторные девочки. Так, ну, а вот мистер Ди. Все сказано. Вот все, 4XL, 4XL. Вот они где продаются. Здесь у нас халатики по 29 долларов. Такие домашние. 20, 20. Вот игрушечки детские. 25, 20% скидка. 25 баксов есть. Барбекюшница игрушечная, пожалуйста. Щеты. Кубики. Пирамидки. Телефон. Томас. Знаменитый паровозик Томас, которого здесь все любят. Тут всякие погремушки, игрушки для совсем маленьких детей. 22, 10, 10. 6 месяцев. Тут труселя за 15 баксов. Бонус. 29 баксов за упаковочку. 5 штук. Носки. Упаковка из 3 штук стоит 10-15 долларов. Тук 70 долларов. Дорого. А вот за 39. 29. Пылесос 69 баксов. Чайник 25. Я где-то за 10 покупал, по-моему, такой. Вот за 2, вот за 10. Какие-то скамеечки детские, прикольные, кстати. Соусов нам как раз подойдет для кашек и для овощей варить. Так, тут вот джинсы у нас. Джинсики 39 долларов. Военные такие 39. 39. 9 баксов. Полотенце для рук за 4 бакса. Полотенце за 12 баксов. 40 на 65 сантиметров. За 3, за 6. Сушилочка за 20. Пасхальный кролик, кстати. 10 баксов. Халат называется «Спайдермен на отдыхе». Когда маленький спайдермен или черепашка-ниндзя устал спасать землю. И тут же принтеры. 49 баксов. Какие-то сканеры. Я не знаю, что за мультик. И тут миллион яйца, кролики, шарики надувные. Ничего себе. 3 бакса за пучок. Такая открытка с Гомером Симпсоном. Прикольно.